Эх! Сегодня праздничный день! День космонавтики! Ура, товарищи! Ура! Кто из вас в детстве хотел быть космонавтом? Друзья, плюсаните или напишите что-нибудь. Скажу сразу, я ни одной секунды в жизни не хотел быть космонавтом в детстве. Хотя многие мои друзья хотели. Итак, о чем же мы поговорим с вами в этот великий день? Это, ну, великий — это на самом деле без сарказма, без иронии. Потому что покорение, ну, нельзя это покорением назвать, то, что человек вдруг, значит, оказался в космосе, то есть в том месте, которое он почему-то назвал космосом, вот, имеется в виду, что вот на эту высоту, там, вот туда-то вылетели, это уже космос, а ниже, типа, не космос. И так далее. Еще до сих пор спорят астронавты, космонавты, с какой это сам считать, это высоты в космосе, не в космосе. Дело десятое. Вопрос в том, что на ракетах люди не летали, да, вот так высоко, то куда самолетики не долетают. А тут бабанс, и человек там оказался. Конечно, этому предшествовало дофига самых разных запусков. Значит, собачки там всякие, там, эти, Иван Иванычи летали, ну, в общем-то, манекены, вот, из-за которых там считали потом, когда приземлялось это все, что-то мертвые какие-то там космонавты приземлялись, это типа неудачные запуски, на самом деле это были манекены, да, и в какой-то момент Юрий Алексеевич Гагарин был выстрелен из пушки на Луну, ну, это шутка, конечно, вот, был запущен на ракете. Как с пушки привязали, выстрелили, и все. Почему я так говорю? Вот очень легендарная личность, на самом деле, Юрия Алексеевича Гагарина. Легендарная, то есть все сейчас апеллируют к нему, когда говорят, что космонавтика наша в глубокой жопе находится, и типа Юра, мы все просрали там, да. Даже какие-то козлы, блин, умудрились написать это на его памятнике. Вот. То есть вообще это, конечно, было вандально. Вандалы, короче говоря. Но почему же апеллируют к нему? Почему вот космонавт, этот вот космонавтики день у нас четко ассоциируется вот с Гагариным? Для меня на самом деле не с Гагариным ассоциируется вообще. Для меня легендарная величайшая личность — это Сергей Павлович Королёв. Вот. Вот эта личность, да. Это человек, который сделал проект запуска человека в космос чуть, ну, как с нуля практически. Вот представьте, человеку поставили такое задание, и он в течение одной своей жизни, причем тяжелейшей жизни вообще, да, то есть когда он был в лагерях, его избивали, пытали, выбивали зубы, человек в течение своей жизни создал такой проект за определенные годы, то есть даже не за всю жизнь, в адских условиях. И создал. Вот это вот менеджер высшей категории. У нас сейчас, не имея ничего, на счетах считали баллистические траектории, условно говоря. Никаких компьютеров не было, калькуляторов-то, можно сказать, не было. Понимаете, как все рассчитывали? Арифмометры,
так вот ручечку, и все. Это в лучшем случае, да? И все рассчитывали, и все летало, и все замечательно. И до сих пор пользуемся наследием тем, которое было создано именно тогда. Сейчас есть все. Бабла, хоть жопой ешь на самом деле. Сколько выделяется. В Роскосмосу там и все прочее. И нихера не получается. Вот с человеком с этим для меня связано самое главное. Потому что не будь его, и Юрий Алексеевич Гагарин бы в космос не полетел. А вот что касается Гагарина, для меня это фигура двузначная такая. Ну, то есть двухсторонняя такая. Я не рассматриваю его как лицо космонавтики на самом деле. Хотя это общепринято. И его, конечно, все знают, узнают, он более популярен, чем Ди Королёв. И, наверное, наши внуки будут помнить, наверное, еще скажут, кто такой это Гагарин. Они скажут, что первый человек в космосе. А кто такой Ди Королёв, они не скажут. Они скажут, это, наверное, какой-то первый муж Наташи Королёвой. Девичья фамилия Юрий Никол... как его? Не Юрия. В общем, композитора Николаева. Вот. Вот что такое Королёв. Значит, короче говоря, вот. А почему я так отношусь? А по одной простой причине. Дело в том, что первый полет человека в космос был фактически запуск живого туловца в космос. Как до этого запускали собачек, и как до этого запускали манекен. То есть человека, хорошо зафиксированного, зазомбированного тем, что он патриот, герой, кто-то должен, кто же, если не ты. То есть он сам в это поверил, все, засадили его в ракету и пульнули. Он там ничего не делал, просто он вверх взлетел туда, по орбите пролетел и все, и обратно вернулся. Все. То есть роль его была чисто как у манекена. Вот что он, конечно, пережил, страх какой, и насколько он достойно себя вел, ну, если вот те записи, которые мы видим, это реальные записи, сделанные в реальном самом времени. Вот это говорит о том, что человек либо слабоумный, либо героический. Но так как он слабоумным не был, то это героический человек, то есть человеку очень сильного духа, смелый действительно человек. Вот за это он достоин великого, скажем так, уважения, вот это мне в нем нравится. А то, что он сделал что-то для космонавтики, да ничего не сделал. Был бы не он, так был бы другой. А вот был бы другой Королёв, это очень большой вопрос. Вот. Поэтому, когда говорим, там, Юра, мы все просрали. Не Юра, мы все просрали. А Королёву надо говорить. Сергей Павлович, просрали мы все. Вот это да. Вот кто в гробу-то переворачивается, плачет и рыдает там на том самом свете, что... такой, ну, топущенский у нас космическое, ну, агентство космическое. Вот это вот да. Это да. Так что по поводу Гагарина я не в восторге в особом, что, то есть он смелый, реальный человек. За это вот уважаем, за то, что вел себя красиво, достойно, смело. Это да. А ничего не сделал, просто полежкой полежал и все, поэтому здесь ничего особенного в этом плане нет. На самом деле, если еще не дай бог окажется, со временем возможно это и выяснится, что он и не, что человека взяли, накололи транквилизаторами, в ракету запихали, запульнули туда, очухался там уже и все такое. Я типа там все, привет передал. Засняли его на пленку, и все такое нормально. Как наши граждане в самолете летают, кто боится летать. Они в duty free покупают фанфурики, нахерачатся, и в самолете полумертвое тело летит, и все нормально. Чики-пики. Вот и здесь могло быть то же самое. Фальсификация вполне могла быть. И, собственно, ничего в этом страшного. И вообще фальсификации-то нет. То есть человека-то реально запустили. Фальсификацией могло быть то, что вот запуск был транслирован в реальном времени. Потому что на самом деле есть... очень многие свидетельства о том, что когда мы видели запуски ракет, всех остальных, там, когда Леонов летал, там всякие эти и прочие наши космонавты, другие, все это было показано не в прямой трансляции, это было все показано в записи, монтировано, перемонтировано 10 раз, чтобы все было красиво, как они едут на автобусе, как там ключ на старт, тыры-пыры, там протяжка 2, там
ля-ля-ля-ля, на самом деле ни хрена, уже ракета в космосе летала как 2 дня. Ну, я не шучу, не 2 дня, но уже все, когда она уже на орбиту вышла, все, все говорят, все, вот, можно показывать. И показывают, что она, а и не дай бог, она бы где-то взорвалась, бабах, все, ничего бы не показали. Сказали бы, что отменено, и никто бы ничего бы не узнал. И дублирующий состав полетел бы через пару месяцев. Вот, потому что все делали тогда в двойном исполнении. Всегда готовы были к худшему. Да, надеялись на лучшее, готовились к худшему. Это сейчас у нас знают, что будет худшее, и не делают даже про запас еще ничего. Потому что то, что про запас будет еще хуже. В общем, вот так. Вот так, друзья. А все ли мы просрали или нет? Ну, кто мы? Давайте вот так вот мы. Если мы говорим о человечестве, то, наверное, и не все еще. Вот, потому что смотрите, что мы наблюдаем, да, что делает Маск, да, что делает НАСА, что делают вообще частники. Ракеты конструируют, космический туризм, 5-10. То есть, смотрите, насколько все становится доступно, идет метод удвоения, работает. С принципа отдачи, ну, ускоренность, работает. Кто тут мог вообще поверить в то, что будет развит космический туризм и что он будет все дешеветь и дешеветь? Казалось, что это, ну, может и будет когда-то, но такое далекое будущее, а вот оно уже здесь. Я даже не сомневаюсь, что пройдет еще лет, предположим, 10, и космический туризм будет доступен довольно большому количеству. Ну, я не знаю, в России это, наверное, вряд ли, потому что у нас уже половина самой страны на грани выживания находится. Мое оценочное суждение, основанное на самых разных наблюдениях и самого разного рода соцзапросах. А в мире-то ничего, ситуация-то, собственно говоря. Люди на пенсии живут, путешествуют и все, и будут на пенсии путешествовать. И в космос в том числе, почему бы и нет. Ха! Да. Причем на каких-нибудь действительно челноках, может быть, в том числе космических, как прям сел в самолете, как у нас эти вот были, и в Америке шаттлы были, челленджеры, шаттлы и все такие, ну, и возвратные, как у нас был там и Буран, может быть, и к этому вернуться снова, и будут как на самолете летать, в космос и все. То есть вполне допускаю, что так. А может, как у Маска, обратно возвращаться, самые ступени какие-то будут, точно так же, как вот сейчас они делают, только, может быть, прямо с людьми. Что-то возвращаться будет, вот прям на платформу садиться, а не то, что там на парашюте там будет приземляться. В общем, придумывают, короче говоря. Я даже в этом нисколько не сомневаюсь, потому что у людей на это есть деньги. Вернее, деньги-то есть и у нас, вероятно, но там люди готовы на это деньги тратить. А у нас на это не готовы. Ну, не идут они туда, куда надо, не доходят, по всей вероятности, не знаю. Иначе трудно очень, ну, значит, объяснить вот эту несостоятельность, по которой мы там отстаем, там, предлагаем там прыгать на батуте в космос всем, а похоже, на батуте прыгать приходится вообще никому не приходится, кроме нас. Вот это вот очень сильно раздражает и огорчает прежде всего. Вот так вот. Так что мир-то не просрал ничего, но так как и все-таки мне хочется считать нас интегрированным, себя, по крайней мере, ну и многих других людей, которые не там одержимы какими-то идеями националистическими и какими-то сверхпатриотическими, а которые более космополитичные, которые считают, что Родина — это вся планета Земля, и что все люди братья на Земле, и что есть некое мировое сообщество, вот, а не кучка сам стран разделенных там границами, военными, мировым лидерством, какими-то геополитиками. Вот. Те, кто так, кому это и не всралось ни в одно место. Вот. А те, кто хочет путешествовать, получать свободную информацию, интегрироваться в общемировое сообщество, обмениваться опытом. Ну, для этих людей, скажем так, очевидно понятно, что мир пока никуда не рухнул и все развивается. Космонавтика не просрана. А вот просрана ли она у нас, ну, я уже почти на это дал ответ. Ну, ребят, когда падают постоянно глонассовские спутники, находят какие-то просверленные дырки, которые уже, оказывается, просверлены были на Земле. Вот. Когда
идет какой-то постоянный саботаж, когда людям, которые строят космодромы, не выплачивают зарплату по несколько месяцев, ну, насколько мы знаем, из открытых источников. Ну, как оно получится-то? Наверное, никак не получится, скорее всего. Так что остается надеяться только на то, что где-то в мире все будет процветать, а мы будем за этим хотя бы наблюдать и радоваться, что космонавтика, ну, развивается. Ну и, конечно, будем вспоминать, мы же любим прошлым жить, да, прошлыми победами, завоеваниями, к которым лично мы не имеем никакого отношения, поэтому непонятно, чем, собственно, гордимся лично мы. Вот я, например, там, да, должен гордиться, там, мои дети, там, внуки мои должны гордиться будут, там, еще там кто-то, например, завоеваниями Второй мировой. Да, и прекрасно, говорит, надо помнить, мы помним прекрасно, знаем, благодаря кому победили, нам победили благодаря, мы задавили количеством, да. В России люди никогда не кончаются, есть такая как бы тема. Мы во многих войнах побеждали количеством, задавливая с врага, вот, с людьми, со стократными потерями превосходящими, но в итоге побеждали. Поэтому на Россию все боялись ходить, потому что, как сказали, в России люди никогда не кончаются. Да? Да. Но это вот и не всегда сработать может. Но тем не менее, вот в войне победили, да. Но лично вот для меня какой предмет в этом гордости? Я не имею права гордиться этим. Этим гордиться должны те люди, которые там были. Это люди, которые воевали. Вот они должны гордиться этим, они и гордятся. А я могу гордиться этими людьми, но никак не победой. Как я могу гордиться победой во Второй мировой? Я могу гордиться своим дедом, который воевал. Вот им я могу гордиться. А победой не могу. Вот, и то же самое, я могу гордиться Сергеем Павловичем Королевым. Но я не могу гордиться завоеваниями космонавтики нашими, которые были когда-то. Потому что не работает то, что было когда-то. Работает и всех интересует то, что было сейчас. Ну, смотрите, вот взять сам страну, которая проиграла во Второй мировой, да? Ну, какая она была? Ну, Германия. Это фашистская Германия была. Это ужас был, который наводил ужас на всю Европу и вообще на весь мир. Но сейчас это другая страна. Если мы гордимся победами во Второй мировой, то они, соответственно, должны типа себя презирать за то, что тогда была вот такая Германия, где лидер был Гитлер? Да нет, конечно, это уже другая страна. Хотя она так и называется Германия, да? И мы другая страна. Завоевания, те, которые у нас были сделаны, это был вообще Советский Союз, это тоже другая была совершенно страна. Это было тогда, давно. Это элемент нашей истории. Замечательно. Был в нашей, значит, истории вот такие факты. Мы их помним, знаем замечательно. Но гордиться надо тем, что происходит сейчас. Друзья, сейчас. И сейчас Германия, проигравшая, да, живет как бы неплохо. А выигравшая страна хуже. Причем плохо, что... Вот посмотрите, после войны, да, сделали космический проект. Ядерный проект, космический проект. Да в разрушенной сам стране, где ни хера, ни денег, ничего. Ну, конечно, все понятно, все на костях. За дармовую рабочую силу, гулаговскую там и все прочего. Бабла на этом экономило государство, да хренище. Ну, так и после войны разруха была страшная, народу не было, мужиков не было, никого не было. И все, тем не менее, вот можно как бы по-разному судить, но тем не менее. Это есть все. Вот, друзья, поэтому что такое день космонавтики для нас? Это мы праздновать его должны? Или мы должны это погоревать об упущенном? Вот такая как бы тема. Я говорю, я горжусь. Горжусь Сергеем Павловичем Королевым. Просто я считаю, это гений. Гений 20 века. Это величайшая личность, собственно говоря, вообще в истории человечества. Вот. Я горжусь, что такой человек у нас вот был в России. Я во многом в его упорстве, в его организаторских способностях его хочу быть похожим на него. Считаю, день космонавтики – это день Сергея Павловича Королева. Вот так вот. Вот так вот, друзья. Давайте
Кто выпивает, выпейте обязательно сегодня за Сергея Павловича Королева. Это будет абсолютно правильно. Вот так вот. Ну и будем надеяться, что не все потеряно. Всем пока. С днем космонавтики вас.